Это было летом 2010 года. Я с друзьями был на дискотеке. И среди толпы я увидел одну девушку, она мне очень сильно понравилась. И в этот момент я понял, что это та девочка, которую я искал всю свою жизнь. Он очень просил мой номер телефона, но я не давала ему, и он настоял на том, чтобы я записала его номер. Потом, через неделю, я все-таки решилась ему позвонить. Так сильно обрадовал меня, и я просто не мог настоять на встрече нашей и попросил, что она вышла на улицу. На что она согласилась, и я подъехал к ней. Конечно же, я его увидела уже с другой стороны. Он был совсем не такой, как в клубе. Он показался мне более серьезным парнем и внимательным очень. Мы пошли в какое-то кафе, посидели, узнали друг друга поближе, и по сей день мы продолжаем общаться, любить и уважать друг друга. Еще, ну вот, в принципе, сейчас вы это наблюдаете. Kiss me.